шли через парк по следам крови с ботинок убийцы. След обрывается у мостовой. Значит, убийцы были за рулем. Да, там было грязно, так что мы сняли часть следа шины. Лучше. Шины уникальные, с заплатками. Машина с такими же шинами фигурировала в прошлогоднем деле нападения. Совершил его некто Антон Уэйк, большой поклонник Бит. Ростовщичество, шантаж. Нападение в ДСП, с применением насилия. Не в курсе. В общем, парень явный плохиш. Так-так-так-так, я чувствую. Он может оказаться нашим убийцей. Гассел. Мистер Уэйт, вы были на том поле. Там следы вашей машины. Плюс...